столетие. Ну, нашей республики, в общем. Ой, День матери были. Год матери. Там 100 лет Якутской АССР. А, по-моему, это было столетие со дня, как там, ЯССР, образования ЯССР. Суверенитет. Республика Гуня, то есть. 100 лет авиации. Ой, ну это, наверное, самые, скажем, сильные умы и сыновья нашей республики, нашего народа. Платон Аюнский – это писатель. Максим Амосов – это тоже писатель, наверное. Вот этих двоих я не знаю. А создатели республики были, да? Культурные деятели. Максим Амосов, насколько я знаю, а в честь него, нас, ну, как бы его имя носит наш университет СУФУ, это я точно знаю. А, вот. Насчет Ржакова, прошу прощения, я не знаю, но вот Платон Аюнский – это, получается, писатель, родом из Татинского улуса. А то республика на Ханявычина, суверенитетом кемеске ведь, как республика Гамна была? Сахатуритетчилеры, Гамна была. Сахатуритетчилеры, ну, сахатуритетчилеры. Все будет намного лучше. Ну и сейчас неплохо, но я думаю, что нужно как-то самому народу постараться, чтобы жить в лучшей республике. Красиво, много домов, ну, короче, как кино. Даже не подумал, да. Я представляю это как очень развитую республику, получается, где ценят народ, прислушиваются к народу. Ровные дороги, Макдональдс. Ну, почти как Дубай. Да. Да? Да. Ну да. Ну, мне больше нравится гулять дневное время, потому что, ну, получается светло, я как бы наслаждаюсь солнцем, серотонин, все дела. Но больше всего мне нравится гулять под закат, потому что якутские закаты очень красивые. Я просто наслаждаюсь видами в городе. Ага. По центру-то? Именно в городе нет, но а так выезды на природу и каждые выходные. Проспект Ленина и в сторону теплого озера. Аржанка. Чочур-Муран, 202 микрорайон, в Судгородке. Нет, можно рукой. А Чочур-Муран входит в это, да? Бекетов от того, да. И Зеленый луг от того. Площадь Ленина. Ну, дороги однозначно, так как я водитель. Если как пешеход, то тротуары. Все. Пока все нормально. Наверное, здание немного обновило. Я бы хотела бы побольше мест, такие как, куда можно просто прийти и посидеть, например, с друзьями. Это не обязательно было бы там именно помещение, но можно было бы и как скверы. Дороги. Да, конечно. Угу. Да. Интересный вопрос, я бы сказала. Ну да, мне нравится мой город. Вот некоторые же прям стремятся же из него уезжать, а другие центральные города России или даже за рубеж. Но, по крайней мере, я себя вижу здесь. Да. Люблю.